Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. В его автомобиле оказалась неисправная одна система. Авария, в которой 7 августа 2005 года погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, произошла по вине его водителя, а также шофера, управлявшего другим автомобилем участником рокового ДТП. Эти результаты получены в результате независимой экспертизы, проведенной журналом «За рулем». Его эксперты выяснили, что губернаторский «Мерседес» на момент трагедии шел со скоростью почти 150 км в час. Автомобиль вышел на обгон машины Toyota Sprinter. И в этот момент тот ударил его в заднюю правую дверь. Это означает, что водитель Toyota тоже начал маневр, он принялся выворачивать влево. Таким образом, виноватыми оказались оба, водитель Евдокимова превысил скорость и пошел на обгон. А управлявший спринтер мужчина не дал ему возможность завершить маневр. В итоге Мерседес вылетел с дороги и врезался в березу. При этом, как выяснилось позже, у него не сработала система ABS, отчего машину губернатора занесло в момент ДТП, пишет московский «Комсомолец». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.